Hello, everybody, меня зовут Честер, и я продолжаю играть в игру под названием Resident Evil Revelation. Это будет, наверное, последняя серия из серии четвертого эпизода. Потом будет еще две серии по дополнительным эпизодам. Так что, вперед и с песней. Так, у нас улучшалки нету, я надеюсь, все улучшил, да? Все, что мог. Ага, пробивающий урон один. Так, пробивающий. Куда же я бы хотел поставить? Давайте на дробовик. Сделаем из дробовика конфетку. Так, давай, Наталья, вперед. Так, я понимаю. А, ключ от подъемника нам. Может, спустимся на лифте? Может, зайдем в эту дверь? Ага. Подстрелить. Так, что у нас есть? Винтовочные патроны, у нас винтовки нет. Передать. Нет, значит, сейчас попробуем как-то застрелять. Не попадаю. Попал. Фу, получилось. Так, Наталья, скажи. Ага, понял. Да иди в баню. Есть. Так, следующий у нас вон там. И у него что-то там светится. Ага. Попробуй еще попади. Я ему все, блин, отстрелил. Ну, я так буквально говорю. Отвали! Есть. Так, остался еще один. А, он там. Значит, что будем делать? Туда нам надо как-то попасть, я так понимаю, да? Ага. Ну, значит. Follow me. Ой. Right. Just stay there. Okay. И готово. А там еще один. Сопрется с другой стороны. Значит, что теперь? Теперь, Берри, мы здесь становимся. Идем Наталье и пролазим в дырочку. И открываем калиточку. Не понял. Ой, просто отлично. Ну, давай. Теперь должно вроде бы получиться. И... Давай. Наталья, ты сможешь. Теперь укажи на дядю плохого. В голове. В голове его проблемы. Ну-ка, покажи свою проблему. Куда ты? С тобой еще не закончил. Вот ненавижу, когда они так делают. Есть. Там еще один. Покажи. Ага. Ну, мы сейчас его разбудим. Проснись и пой! Получилось так. Что там у нас? Есть? А, вот этот ящик, он здесь. Сапфир. Для дробовика есть патроны. Отлично. Пока что пользуемся пистолетом.
Полетело. Бери, 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 бери. Так, сейчас туда несем, потом зовем Наталью. Я надеюсь, она самостоятельно сможет туда подняться. Что-то я задыхаюсь уже так. Давай. Беги, 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 беги. Follow me. Right. Получилось. Паучий химикат. О, то что нужно, ключ от подъемника. Так, светится здесь, блестит. Топазик. Так, топазик, топазиком, но нам нужен не тазик, нам нужны улучшалки. Теперь можно назад возвращаться и подъемник вызывать. Хотя там внизу газ, там вообще будет проблема. Свитерок грязненький. Прыгай. Stay there. Gotcha. Ой, чё? Come with me. Coming. Поехали. Что-то меня обманули, походу. Да, в обмороке. Ну-ка, повторить. Кстати, девочка быстрее задохнулась, чем Берри. Я так понял. Если не будете дышать правильно, то... Так, в чем-то подвох. Карточку. Ну, давайте карточку используем, а ну-ка. Follow me. Не. Right. Just stay there. Okay. Карточку используем, вызовем лифт, а потом поищем, может... Придется, наверное, очищать этот газ, что ли? Эй! Потому что так... Ну, или найти этот... Маски. Будем такие с масками. Это точно будет Last of Us. Come with me. Coming. Так. А, вон там что-то еще есть. That's a ventilation. Это система вентиляции. Если мы ее запустим, то удалим весь газ. Ага, вот значит как. Значит, нам еще нужно где-то побегать. Да. Ну, знаете, приятно, что... Хотя нет. Неприятно. Хотя бы сказал... Берри бы просто вслух мысли. Типа, ну если мы это туда сейчас спустимся, то умрем. Нужно найти другой способ. Обычно так делается, но это типа хардкор, выживалка. Ну отупился. Так, ну что, сейчас возьмем, как, наверное, расстреляем. Я так понимаю. Сюда они не поднимется. Хедшот. Хедшот. Угу. Кто-то еще есть? А вон еще ползучая тварь. Хедшот. Вон и... А, вон еще на... Здесь. Хедшот. Так, он еще... Там. И еще мертвец там. И где-то еще кто-то... А, внизу. Понеслось. Я так понимаю, надо будет пройти сейчас. Сюда нас не пустят. Значит, надо какое-то питание включить. Из прошлой двери уже было. Ёшкин кот, не бейте Берри. Берри, тупая скотина. Я так и знал, что девочка сейчас прыгнет. Он прям чувствовал. Чтоб... Да что происходит? Паркуристы хреновые, пошли в жопу. Падают они что-то там. Вот.
Чего они спрыгают-то постоянно? Куда? Значит, ползать он передумал. А ну-ка. Just stay there. I'm sorry. И? Там еще дальше можно подвинуть? Может, какая-то секретка есть? А, так я уже типа в секретку. Так, значит, вот так вот используем. Одну, получается, траву разобрали, дабы было их больше. Ага, я же говорил, что тут что-то может быть. А, здесь нужна маленькая рука. Маленькая рука. Не правая рука, а маленькая. Стейби. Как, блин, а я хочу это. О, молодец. Только надо будет быстро это делать. Берри, ну какого хрена? Ну чё он не может остановиться там? Останься там, Берри. Берем дополнение. Фух. Бери кирпич. Так. Теперь надо залезть сюда и подумать, куда дальше. Значит, там блестяшка. Так. Здесь у нас проход, там у нас проход. Здесь еще блестяшка. Так, взяли, сейчас еще возьмем. А, нет, подождите, я же... я сверху прошел. Дымовой порошок. Еще пригодится, может быть, эти твари невидимые. Хотя здесь они в дыму, ну, то есть не в дыму, а в этом... А пыли газа, то я их буду видеть. Побежали, побежали. Так, там. Оп! Здесь ничего. Здесь тупик. Бери назад. Знаете, здесь бы вот хотя бы пригодилось бы. Голосовые команды можно было бы применить. Всего две фразы. По-разному их пробовать произносить, чтобы получалось. Выходило вот это. Wait и. Stay here. Да на тебе кирпич, блин. Голодный. Голодающий сполоч. На. It's coming, fucking coming. Серьезно, я думаю, это хорошая идея, если в игре есть какие-то хотя бы команды, такие как стоять и стоять здесь, то можно как-то реализовать две фразы на раз, ну как бы с разными акцентами попробовать озвучить. И потом воспроизводить их своим же голосом. Потому что нажимать кнопку всегда падло. Впадло, но нужно. Так, значит, нам туда. Я стулну здесь. Так, здесь был зомби, но, так понимаю, он уже вышел. Со мной подрался. И увенчалось это у него неуспехом. Так. Ага. Что сделаем? Давайте поджигатель. Мне нравится поджигатель. Ага. Здесь так же самое можно до конца. Ну давайте попробуем. А, нельзя. Ну что, бежим? Фак.
какой-то пистолет. Но сначала разберемся с этим ублюдком. Наталья, беги! Что ты взял? Что ты делаешь? Какой-то магнум. Что за придурочная, блин, система? Я не понимаю, что происходит. Девочка сейчас задохнется же. Хоть успела залезть. Пошел нахер. То дайте поменять. Кто вот это вот придумал, блин, на выстрел поднимать предметы, блин? Когда я целюсь, и почему я подбираю? Я даже не могу прицелиться. Вот мой пистолет. Это какой-то магнум. Ну, я его себе отметил уже в дополнительный, пусть будет. У меня же нормальный магнум. Как я могу променять беревский стандартный магнум, а? Никак. Кыш. Плохо, плохо. Нахрена ты это было делать? Не понимаю. По-моему, когда на PS3 играл, то там нет такой проблемы. Нету там на выстрел подбирать предмет. Не знаю, кому так срочно хочется, блядь, нажимать клик. Я всегда вот играю сейчас на ПК и никогда не нажимаю клик, чтобы что-то открыть там или взаимодействовать. Всегда нажимаю Е. По дефолту, и это привычно, и всякая херня. Твою мать, еще и ты. Ну ладно, я тут разошелся. Сколько у нее этих клешней? Там еще эта жопа, блин. Давайте ее сначала, она будет мне мешать. Твою мать. Да я ни хрена не... О! Блин, две травы, конечно, заюзалось. Еще один! Этот еще жив. А это сюда идет. Burning Beach. Бегом. Так, одна сама себя только что уничтожила, так видел. Уже было такое, ты меня помнишь. Ах ты ж... Гондоновский ублюдок. Да что ты делаешь? Что это он делает, блин? Ладно. Сейчас будем поаккуратненько идти. Не по понятию, пацанчик. Пацанчик. Так. Follow me. Right. Just stay there. Okay. Так, 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 блять. Ух. Это мне не нужно. Так, значит, нам надо. Твою мать, этот идет. Нам нужно убить этих тварей. Одного нету, а один есть. Ага. Так, теперь у нас получилось. Теперь у нас есть патроны на автомат. Более-менее больше. У тебя ж там не было! Он идет. Да что ж ты делаешь? Так, теперь мы отошли. Нам надо как-то убить того быстренького чувака. Ёшкин кот, летит бабайки всякие.
Так, у меня больше нечего вкинуть в него. Дробовик очень хорошо его отталкивал. Ну ты мудак, а? Не-не-не-не-не! Да что ж ты будешь делать? Всех покемонов из меня вытрет, блядь, тварь. Так, значит, все-таки тут чувак есть. Just stay there. Okay. Какашки швыряет. Чтобы его посадить на жопу. Вот, мешать не будет. Есть, все. Теперь только ты и я. Так, с него клешни посыпались какие-то. Теперь он стал быстрее идти. Нужно было не стрелять по ним. Ураборос, как я тебя ненавижу, долбанный вирус. На какая-то бяка вылезет, блин. С этих странных вирусов. Так, не получилось. А на девочку не обращать внимания вообще. Я ее посадил на как бы отвлекающий маневр. А ему насрать. Есть! Just stay there. Follow me. Че ты тут сидишь? А, как посадил, так и сидит. Круто. Фух! Со второго. Не, с третьего раза получилось. Теперь мы сделаем себе больше. Че? Это распылитель газа? Так, и чё? Ну ладно. Ну, трупы висят. Главное, чтобы они меня не трогали, пусть все висят. Блять, еще один появился. Бежим. Не получилось. Попробую еще раз так. Ага. Боюсь, что придется брать СВД. Патронов я не могу найти на кольт. Поэтому возьмем СВД, когда будет такая возможность. А, мы калитку открыли. Вот что. Ну ладно, подышать-то надо. Опять здесь это. А он исчез, кстати, этот магнум. Хм, странно. Бегом. Угу. Я попробую его сейчас скипнуть, этого монстра. Не хочу я с ним сражаться. А, туда девочка залезла? Нет. Она, чтобы она подышать успела. Все, валим. Ох, блядь. Твою мать. Хитро. Я придумал.
бежим. Так. Включилось. Ну, теперь всасываешь, да? Понеслась. Емкость магазина уровень 3. Емкость магазина уровень 2 поставим на 3. Теперь емкость магазина. Давайте здесь. Емкость магазина. Не, я хочу сюда. А как мне переключить? Вот так. Получилось. Ва, вот у нас он. Магнум новый. Сработало, теперь мы можем пройти. Отлично. Без Натальи. Че значит? Сообщение не договаривает. Зачем Уэскер хочет тебя насолить? А, тебе насолить. Кладить в сон. Тогда, наверное, ответы придется вынудить. А, тогда придется ответы вынудить из нее. Ну и гадость. Суп. Из семи за... Ничего дальше. Так. Что-то не вижу здесь никаких. Может здесь... Отлично. Я думал просто, стрелять мне или нет. Ладно. Запись не обнаружена. Требуется опознавание. Голос или закончил. У него все получилось. Запись обнаружена, доступ открыт. Наталья, как ты? Не знаю. А я уже догадываюсь. Переселение душ получилось, что ли? Хм. Да. Или она... Ну да, она как бы, смотрите, что получается, я как понял, что происходит. Это Алекс Вескер захотела... Что-то с ней происходит-то, она умирает, как и сам Вескер, Альберт. Он и искал всякие пути, и хотел стать лучше, круче, но в результате он превратился в бяку, и его убили. В лаве он там, короче, утонул, еще и базуками получил по лицу. И это... Его сестрица решила сделать по-другому. То есть не агриться пока мест на весь мир, а сначала позаботиться о себе. И поэтому она как бы хочет свою душу, ну типа такой дух, или не знаю, свой разум, вселить в эту девочку. И, наверное, поэтому она себя и пристрелила, как бы лишилась, не знаю, ну двойник, ну чтобы не было две Вескер. Как бы свои воспоминания последнего момента там осталось, не знаю где, в колбе, когда она там лежала. И поэтому как бы... Ну да, ну все понятно, короче. Пора умирать, Наталья. Я не дам тебе проснуться никогда. Она уже проснулась. Старуха, ты договорилась. Берри! Берри! Умри, умри, умри. Фу. Так. А,
А, ну и получается, я так понимаю, она себе... Четвертый резидент? Чего? Особняк? Здесь можно дом обустроить. Как кино. Хотелось бы тут жить. За себя говори, с меня хватит этих особняков. О, да. Бэри, не говори, эти особняки уже задолбали. Ключ эмблема. Да. Круть. Там есть кто-то. Ну, куда он там смотрит? Суиди. Да, он сейчас шагает туда, мы сейчас его прирежем. Оп. Так, ищи что-нибудь. Так, записи пошли по пень. Вот. Патроны на магнит. Круть. Ну пригодятся. Не будем их выкидывать. Фиг его знает, что нас там ждет в конце. Так, я полагаю, здесь тоже, да, ключ эмблема? Да. Так. Что-то вообще нарисовано. Ничего. Какая четкая картина. Штормовой винтовки там кто-то бушует. О, блин. Есть. Попался. Нехрен по туалетам шляться. Так. Там еще один. Так, у нас нет этих патронов на... Вот блин, а он стоит и не хочет ничего. Есть! Тон! Все, получилось. Так, вон там блестявка. Пинь! Черт. Так, нужно понять. Так, о! У него тут патроны на пистолет, а я тут хожу. С дробовика гашу. Вот так. Это что у нас? Спирт. Пригодится. О, нифига себе, передать. Четко все перезарядились, идем дальше. Ключим, блин. Сколько можно? О! Двери открываются некоторые. Да блин, особняк. И музыка такая, как похожа на Resident Evil 1. Счастье. Он пахучий или паучий? Ну тут тряпки. А, ну бутылка, сейчас слепим что-нибудь. Только надо это делать Берри. Потому что... Вот, зажигательные самые рульные. Разрывные не всегда может убить врага. Вот этих вот, особенно уроборосов. Ох, твою мать. Эти твари. Их создала Алекс. Всех. Что делать-то будем? Так. Так, надо подумать.
патронов очень мало. Ну ладно, если они вдруг повылазят, то мы быстренько убежим. Пускай все висят. Так, там один ходит, один лежит. Я так и знал, что ты сразу уже и станешь. А где, милая? В ноге. Есть. Получилось. Еще один. Получилось. Есть. Так. Ключ. Ага, доступ один. Черт. Получается, найдем ключ, сюда вернемся, и эти бяки повылазят. Сейчас повылазит. Так, вон банка майонеза, возьмем ее. Так, ну пока пронесло. В ноге, да, говоришь? Да не в этой. Получилось, фух. Вот и. Пустая бутылка. Побежали. Так, в этих колбочках никого нет. То здесь что-то есть. Зеленая, зеленая трава. О, карта. Ну, блин. А у нас есть лучшие? Нет. Не-а. А знаете, что сейчас я сделаю хитро? Вот сделаю так. И сейчас мы перезарядим один патрон, чтобы с собой его не таскать сейчас. Вот так. Так, Наталья, давай. Что с моей спиной-то? О! А, это те, наверное. Ключ, карта, а вот и, ну. Это говно, а ну так поднимемся наверх. Так, записи. Ага, хрен там плавал. Так, ну пистолет у нас. Можно с пистолетом теперь бегать. Заряжен. Заряженный и опасен. Так. Патроны к винтовке, отлично. Так, Наталья, скажи. Они оживут? Какой-то звук. Инородное тело! Это какое-то лишнее. Это, походу, это невидимая хрень. А,
Так, вот оно что. Сейчас нужно... Опсы. Она отсюда вылезла. Получилось. Ух. Попал и все. И оно сдохло. Получилось. Опять спирт. Твою мать, там лежит типочка. Встал. Да сюда иди. Вот. Майонезик. Так, там у нас... Что, нажимать можно? Да. Главное, то не открывать. Ключ эмблему. Не, лучше Натали открывать. Она знает, где твари лежат. Так, ну тут труп. Здесь... Трупа нет. О! Все. Оно тут не открывает, оттуда бяка вылезет, походу. Это не просто так там лежит. Почему к этой двери? Записи. Записи, больше ничего нет. Это вы делали дверь. Бегом. Так, Венни, что думаешь? Вот так я думаю. И какой подвох-то? Если бы начал тут гатить, они все попорсыпались бы. Ну, конечно, если разбить, походу, это стекло, то мне пипец бы пришел бы. Так, значит, у нас есть ключ-эмблема. Или какой ключ у нас есть? Да, ключ-эмблема. Значит, наверх. А зачем нам ключ? А, вот так. Здесь, походу, была дверь закрыта. Спите, спите, малыши. Так. Бегом. Блин, опять там кто-то есть. Черт, он заметил. Берри, спасай. Получилось? Так, получилось. Тут. Ага, снайперки, патрончики. Так. К ружью. Какие-то тряпки. Что у нас здесь? Так, тут кроме редких деталей ничего нет. Ребят, давайте на этом все-таки закончу, чтобы не очень прям была большая серия. Но она уже и так затянулась. Я думаю, мы поскорее закончим эпизод. Тут еще лазить в особняки, и хрен его знает, что там еще будет. Так что
давайте я на этом заканчиваю и увидимся уже в следующей, надеюсь, уже заключительной серии. Хотя, конечно, я бы не хотел бы, чтобы так Резидент скоро заканчивался, но лишь последний эпизод. Так что всем спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии и лайки. Пока!